Икс-икс, с вами Беливикс. Всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться с куклами Ever After High из холодной серии Epic Winter, «Былинная или эпичная зима». В своей группе ВКонтакте я провела опрос, на кого вы хотите следующий обзор, на Madeline Hatter или же Apple White в этой коллекции. И голосование показало, что на Мэдди. Обзоры на других куколок в этой серии вы можете посмотреть, кликнув сюда, или же в описании будет ссылка. Ну а сегодня я вместе с вами будем рассматривать именно дочь безумного шляпника Madeline Hatter. Коробка довольно необычная для Ever After High. Вместо привычных книг мы видим словно глыбу фигурного льда. На заднем плане огромный ледяной дворец и сказочная страна, заросшая ледяной чащей. Золотистый герб Ever After High тоже покрылся льдом, а из ледника и сердца Иах торчит флажок, гласящий «Там, где принцессы сильны». Ниже фиолетовая эмблема коллекции «Былинная зима», обрамленная ледяными узорами. Справа еще несколько глыб льда, на которых располагается карточка Madeline, голубое колечко для владельца куклы и изображение плаката Epic Winter, который анонсирует новый мультфильм на Netflix. Выше находится красивая розовая табличка с надписью «Дочь безумного шляпника Madeline Hatter». Задняя часть такая же красочная. Подставки и расчески у куклы нет. Ну а теперь давайте рассматривать нашу Эверяшку. Madeline Hatter Epic Winter вышла с новым улыбчивым молдом, который ей очень идет. Голубые глаза подведены коричневыми и золотыми тенями, а милые губы с улыбкой – розовой помадой. Бирюзово-фиолетовые волосы заплетены назад и завиты снизу. Сверху надет черный ободок с фиолетовой ледяной шляпкой, обрамленный белым пластиковым мехом и голубой лентой с бантиком. На Madeline интересное пальтишко-платье с длинными малиновыми рукавами и пушистыми сиренево-белыми наплечниками из искусственного меха. Мой любимый воротничок сделан из белой ткани без узоров, а само голубое платье украшено дивным узором из белого льда, фиолетовых снежинок с чайниками. Юбка платья пышная и украшена декоративным сиренево-белым мехом. Фиолетовый пояс с узором из снежинок. Важно отметить, что в этой коллекции у Мэдди сделаны молдированные голубые перчатки. Кстати, на промо-фото были еще и голубые браслеты, которые имитируют продолжение варежек. Ноги Madeline молдированы и выполнены в белом цвете. Поверх ножек находятся выпуклые узоры, являющиеся частью молда. Стереть их никак нельзя, разве что спилить. На ножках Мэдди фиолетовые ледяные сапожки с каблуком в виде ледяных глыб. Между прочим, застежки на промо-фото и арте были окрашены в голубой цвет. Сумочка у Madeline Hatter Epic Winter просто загляденье. Маленькая фиолетовая сумочка с морозным ремешком и изображением с голубыми глыбами, похожими на дворец или ледяной город. Если внимательно посмотреть на промо-фото и арт Madeline Hatter, то можно заметить, что раньше сумка была отчасти окрашена в голубой цвет. Кстати, кольцо для владельца куклы модернизировали, и теперь оно может налезть даже на взрослые пальцы, благодаря разрезу снизу. Колечко Мэдди сделано в виде голубого цветка с ледяной крышкой и фиолетовым цветком внутри. На этом наш обзор на очаровательную Madeline Hatter из серии Epic Winter подходит к концу. Присоединяйся к другим эверяшкам. Напишите в комментарии, как вам куколка. Жду ваших комментариев, а также лайков. Be cool and crazy. Пока-пока!